По меньшей мере, 8 солдат погибли в столкновениях с боевиками ТИГИЛ в Ливии. Еще 18 пострадали. Их госпитализировали. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс». Столкновение произошло в Сирте. Расположенный на побережье Средиземного моря город был захвачен террористами еще в прошлом году. В последнее время операцию по освобождению Сирта ведут вооруженные формирования лояльные правительству национального согласия в Триполи. Поддержку также оказывают США.